Че, Иван, давай, принимай игру свою. Да, смазали, на ура, пересмазали, да. Зачем так он сильно? Тоник, вот. И по объему очень быстро уйдет. Царапаны, что царапаны? Ну, ковш здесь был задний, ковш был здесь. Это, блин, желтый Феррари, ну, за да. Такие деньги. Или хороший BMW какой-то. Что, заводить, да, можно? Можно. И погнали на новом Caterpillar'е. Смотрите скорость, какой он идет. Сравните, два красавца. Колеса на кейсе и 20 на Caterpillar. А здесь даже одного сантиметра нет. Здесь 26-е, а здесь у нас 30-е. Ну и вот так выглядят стрелы сзади. Как говорится, Caterpillar — это еще в детстве такие были тракторные, эти, знаешь, игрушки. Вот много катка, откатка. Три смазки, да? И два аккумулятора. И масса. Сколько десятков операторов на нем работали уже? Два. Три оператора. Работать можно? Привет, кто? Костя. Ой, ну он зато маневренный. Ну, износ никуда не пропадает, он присутствует. Хоть ты смаз, хоть не смаз, гусничный износ. Да, большой. А какой будешь выбирать? Китай. Трехэтажный мат не будет, конечно. Здесь надо усиление делать. Нож заменили, то есть помню, такой кусочек был здесь на 3 сантиметра, вот заменили нож. Игорь Ильич, вот такое вообще усиление. Так, друзья, приветствую. Может быть, кто-то узнает данный экскаватор. Это название, собственник данного экскаватора. Это его отец. Приехал он ко мне на полное ТО, это получается у нас тысячная, да? Где меняем все жидкости. Тысячная, да. Вот так экскаватор находится. Сколько времени пошло, не помнишь? Ну, август 21-го. Август 21-го? Да. А сейчас у нас 23 февраль, да? Да. Ну, кто умный, пускай считает. Я сейчас не готов сказать. Два года в августе будет. В августе два года. Ну, полтора сейчас. Полтора, да. Полтора года. 3000 часов. 35, да. Сколько десятков операторов на нем работали уже? Три оператора на нем уже успели. Не, подожди, вру. Один, второй, третий, четвертый вот сейчас уже. Четыре оператора? Да. То есть... чуть ли на каждые 500 часов свой оператор. Практически, да. Что, какие поломки и неисправности случалось во время эксплуатации, что ты не мог работать? Вот прям все сломалось, все надо. Ничего, все, ну мог всегда работать. Была тек сальник. На что? Раз на бортовой. На бортовой. С той стороны. Прямо. Тек или сопливый? Подкапывал, сопливый, ага, подкапывал, ага. Чуть-чуть подкапывал. Ну, работать можно? Ради этого, что не останавливал работу? Нет, мы работали, да. Работали, потом приехали, они у меня, ага, сняли его. Ага. По гарантии? На месте не могли сделать, и отвезли, привезли, там, короче, какая-то новая модель, это вышла, ага, 21-го года. Короче, там вместо одного дня вышло два дня. И задний цилиндр немножко тоже чуть-чуть потекал, ну не потекал, а вот здесь. Он мокрел здесь. Ага. Ну, он даже не сопливил, он такой, знаешь, как был, чуть-чуть запотевал. Мокрый. Запотевал. Вот. Угу. Они тоже его сняли, ага, полностью мне его поменяли. Там другой цилиндр здесь? Нет, этот цилиндр тот же, просто поменяли. А, эти. Уплотнение? Да, ну вот у них... Вот... Ну хорошо, что хотя бы ключ у них есть специальный, это да, молодцы. Да, да, а вот именно, что они на месте это не могли сделать, они отвозили туда. Ну это за один день сделали. И все. Все, оставляя время, операторы и эскалаторы, если была работа, они работали. То всегда работал, да. Хорошо, может, нам совет какие подашь? Что получилось так, вот поменять столько операторов? В чем проблема? В чем первый сложность? Взял, потому что надо было работать. Первый парень попался, работал. Потом он уехал просто. Он так нормально, в принципе, работал.
Ну, у претензий к работе не было у тебя? Ну, нет, нормально. Да. Там вот где он работал на объекте, ага. говорят, ну, нормальный мужик, русский, понимает, ага. все там ага. делает это. У него мать просто заболела, ты он уехал. Ты все-таки прислушивал, получается, к там... заказчику, который заказчику там... объекта, да? Да, да, да. Прислушиваешься, там, да? То есть да, и... да, да. Ну, он же видит, как ага. ему дают задание. Я да. понял. Он уехал. Потом я поставил мужичка одного, он тоже, в принципе, нормально это, но пару раз там он... косячил, ну, именно по работе хорошо. Косячил, виду, что пропадал. А, он не уходил на да, назначенное на связь, время. Да. Да. Потом я посажил, посадил пацанчика, Хайот, нормальный, Зеленограда здесь вот. Угу. Он вроде хорошо работал, но все равно были претензии, к... там уже прораб поменялся, там были претензии, угу. что он типа, там где-то поработает туда-сюда. И я просто, и у меня был один оператор, который сейчас работает, я его просто ждал. Ага. Он долго там в одном месте работал, говорит, я освобожусь и к тебе перейду. И сейчас он у тебя он работает? Он работает уже, да, там, ну, уже где-то. Ну, передай ему привет, кто? Костя. Костя. Он с Зеленограда? Сходни. Сходни. Понял. Костя устраивает. Ну и... молодец, виртуоз. Не, он работает, да. Он... И к предыдущим особо претензий тоже нет? Не было, нет, нет, нормально все, смотрели за машиной. Ну, у тебя все стекла же родные. Да, да, ничего не разбилось. Это уже показатель. Капот ничего, целый. Ничего нет, ничего не падало. Только вот наклеечки отклеились чуть-чуть. Все. Но это от снега. Но это не от оператора. Тут нет, как бы... нет, все целое, все вообще. По машинам, я говорю, я вот, ну, вообще, ну... Хорошо. То, что трактор, да, он уже не новый, как и был изначально, блин. Он, во-первых, не чистый. Да. Ее помыть он уже... Он когда помыл, да, он идеально чистый. Да. Здесь, ну, все равно вот эти царапины, ну, все это... Технику выбирали не для того, чтобы она была чистая. Да, 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 да. Ну вот чтобы здесь подножка, она... да, вот у нее тоже вот это слабое место было, так как чуть сделали колхоз. Ну работает, работает, держится, держится. Ну, потому что там, где на объекте работали постоянно, там такие грязи. Иногда было, вот там и вот такую четверку можно было засадить и не вытащишь. А этот вот спокойно. Он зато маневренный. Вот угу. там четверка работала, то есть да. GCB тройка с большими колесами. Это а тот все равно у него хоть эти колеса поворачиваются, крабы выходят, ага. не знаю, этот все-таки все равно. Резина больше... еще оригинальная вся. Да, да, да. Ни разу никак... ничего не менял. Не, ну не менял, но ремонтировал уже, конечно. Не, ну это не по вине резины же. Не-не-не, это уже по объектам, да. Из каких-нибудь поломок ты рассказал, из каких-нибудь запчастных частей что-то менял? Вот. Никакой палец, никакую втулку. Ничего, ни... вот как ее пригнал, все. Никакой... Хорошо, чтобы ты посмотрел. Никакую крестовину, никакой, ничего, никакой звук, вообще, никакой... Ничего нет, вообще ничего. Вот я говорю, только... Просто вот... заправляете, меняете масла, фильтра и работаете. Да, каждый вот, когда гарантия ушла, уже начали менять там 250-300 тысяч моточасов. 300 моточасов, да. да. Ну, я купил себе бочку масла, там мне недорого вышло, оригинальное. Угу. Фильтров сейчас практически оригинальных не найдешь, такие вроде нормальные. Да, нету в Москве, нету. Если меняешь каждые 250-300-400 часов, то я думаю, ну все, как обычно, да. меняю на грузовых, а. То вообще нет, не будет проблемы, надеюсь. Тоже так думаю. Потому что да. вот даже на грузовых некоторые там меняют топливный фильтр там через раз, там или воздушный через раз. Я всегда все меняю, вот у меня машина есть там 750 тысяч пробег, у нее вообще там... Форсунки, все-все-все идеально. Какая машина? Ну, Volvo. Так и не покатал нас на Volvo. Нет, ты же не позвонил. Верно. Ты же ну, занят. Вот смотри, один стоит красный там, и тут два желтых. Да. Как, когда я тебе буду звонить? Два, это два просто... котенка, да. Два котенка. Котенка, да. Вот так. ДВС, кто здесь я поменял, те другие ставил. Здесь же были родные. Заводские вот такие были у тебя. Да-да-да, я их убрал. Да. Слушай, ну... Конечно, можно будет его на лифтов проверить, посмотреть. У меня даже есть, появился с вчерашнего дня специальный аппарат, ну, который мерит лифты. Лифты померим, посмотрим. В любом что. Случае они есть. За полтора ну, за 3, года, за, да? За 3000 год. Часов да. лифты, как бы, ну, износ никуда не пропадает, он присутствует. Хоть ты смаз, хоть не смаж, износ в любом случае будет. Ну, мы посмотрим, какие, здесь, да, какие здесь лифты, потому что мы на 3000 часов... Чуть не вот занес рулу, все перевтулили уже. Но работать можно было? Ну, скорее всего, работать нет. Вот некоторые сочленения вот здесь, там уже работать нельзя. Здесь уже только заплющено было. Mm-hmm. Нет, некоторые сочленения уже работать нельзя было. Ну, проверим переднюю стрелу и так далее. Ну, я попробовал, уже по средней прям видно, лёфтики есть приличные. Есть, да? Угу. Потом все посмотрим, это от грязи, да?
Ну, такая, да, самоделка, чтобы... Только, по-моему, помыл, блин, и проехался, он уже весь... Все на кабине. Да, вот мы когда ТО делали, не ТО, а этот, как его, техосмотр мы гоняли его в Долгопрудный, переоформляли уже, и техосмотр. Он был чистый, идеальный, блин, проехал, все, он весь был как вот такой же. Планируешь развиваться в плане еще техники брать? Хотел такое взять. Вот это решение, ты вот первый эскаватор у тебя. Да, я его подарил. Вот это решение тебе вообще в плане расширения твоего бизнеса, это правильно я говорю? Расширение бизнеса? Да, да. Вот я же самосвалы, да, ты самосвалами там 4, да, штуки. Угу. И ты это первый эскаватор. В плане решения, вот что взял эскаватор, ты, ну, это правильное решение было на сегодняшний день? Да, правильно? Да, да, да. То есть... Он у меня хорошо работал, говорю, хорошо по работал. 10-11 часов каждый день работал, без выходных. То есть на тот момент по стоимости, на сегодняшний день, это да. Правильное решение. Ты сейчас не... такой стоит даже через левые руки 13-12, ну это сколько, 3,5 миллиона плюс, 8500 тогда же он вышел. Планируешь как-то еще развиваться вот в эту сторону? Актуальна еще эта тема вообще? Ну, я думал такой взять, но сейчас у меня есть приоритет, наверное, гусеничный экскаватор. Гусеничный? Да, большой. А какой будешь выбирать? Китай. Китай? Да, Сани. Вот сейчас... А у кого? Фирма... Ты переговоры ведешь есть, с кем? Да, 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 есть фирма. СК Ось. Или ОПЬ. ОПЬ, кажется. СК ОПЬ. Ну, в Москве? Да, 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 да. Но они большие представители. Они и Камацу представители, и Сани. Оператора есть у тебя? Ну, есть там на примете, но... Пока вот... Да, что? Он еще едет, он сейчас... Они же, все китайцы же делают не габарит, и сейчас они сделали габарит. И он едет с Владивостока... То есть у тебя будет габарит? В марте, да, в марте, в апреле будет габарит, да, 245-й, 20... У тебя спрос такой на габарит или просто его перевести? Просто перевести удобнее, да мало ли, сейчас сегодня он работает, да, потом объект закрылся, ты начнешь у тебя его кутать туда-сюда. Есть какой-то объект или... Есть один-два объекта, да, которые допустим, вот сейчас где-то трактор работал, у меня там же был объект, вроде взял на месяц, а работал полгода трактор. Гусеничный большой, 180-й Hitachi. То есть, думаешь, что гусеничный поставишь, тоже достаточно все актуально должно быть? Ну, посмотрим. Я все-таки самосвалы есть, грунты возим, знаешь, спрашивают часто. На гусеничный, когда забирать будешь приглашать нас? Забирать? А, ну можно будет, что нет? Я думал забирать, но не понял, откуда забирать. Ну, да? Только надо, чтобы я решил все-таки его купить, потому что тоже цена... А какая, расскажи нам? 100... Ну, мне сейчас пока держат 183 тысячи. Не, а вообще... мы только в рублях знаем. Ну, умножь на курс, сегодня 69, завтра 71. Ну, вот сколько примерно? 12 800 где-то, 13 в среднем бери. Нормально, так я тебе скажу. Ну, да. Ни разу не 7. Нет, а откуда 7? Ну, я не знаю, я же не смотрю. Нету. Короче... Катерпиллер сейчас такой стоит в габарите 15, то есть не такой, а гусеничный. 15, да. Ну, это же катерпиллер все-таки, а тут 13, как бы. Что-то этот, мне кажется... Ну, там все японское. Японская, да? Да, Isuzu двигатели, ну, вот, Kawasaki, все. Вот. Ну я вот что и смотрел. А сейчас все Китай ставят это японское, только у некоторых лицензионное, а некоторых это типа китайские это. Именно, ну, в Китае там ну, все делают. Вот пригласишь нас, приедем, осмотрим. Ну, я еще пока не решил, так и сказал. Вот я ездил уже, смотрю, ну пока думаю, блин, заморачиваться мне по такую цифру, плюс еще лизинг считать. Вот эта компания посмотрит это видео, хорошее предложение тебе сделает. Уже это самое меньшее предложение. Сейчас вообще предложение они подняли 189 некоторые места. Вот, вот этот, Ламанди, они же продают тоже. 189, 185. Сани продают или что? Да, у них тоже сани есть, ага. Они мне тоже предлагали. Тоже дали мне 183, но только через их лизинг. Ага. А у них лизинг такой немножко не очень мне понравился. Именно по цифрам. Угу. Перепад. Угу. Я понял. Ну, я тебе подкачаю там. Да, что ж, за 5000 не подкачаю в колесо, что ли? Ну, да. Парни, как вам эскаватор? Ну, кто его узнал? Все довольны. Вот просто ездили и на GCB ездили. Ага. Нет, говорят, ну, а, ну просто вот как этот. Ну, работает очень четко, быстро. Мягко. Но я сам мягко, сел. Быстро, очень да. Мягко. Правда, вот сел, вот после вот Caterpillar 444, что вот здесь мне понравилось, вот здесь. Джойстик стоит выше, и он другой формы, и намного комфортнее. Ну там он, да, уже, мне кажется, тут в 21-м году они уже немножко начали экономить и начали делать какую-то фигню. Вот здесь джойстик ниже, на управление стрелы он ниже, а там он выше, и там как бы... Ладно, уже к этому прям придется, я думаю. Нет, почему прям... они же этот же новее этого, да. Этот же 18-го, 19-го,
А этот же 21-го, почему они изменения в худшую сторону сделали? Либо это зависит от комплектации, либо я не знаю. А это же полная комплектация на таких колесах. Нет, ну это же модель другая. Ну это получается в 444-м. А, ну да, да, да. Это новое, это от модели зависит. От модели, видимо, да? Да, да, да. А так все одинаково. Так, что, давайте посмотрим мы его по люфтам, что у нас показывает. 3000 мочасов. Ну, конечно же, Ваня сейчас уедет, мы его, конечно, на видео там поругаем, что где здесь не смазал, здесь не посмотрел, здесь вот так, здесь поцарапал. Скажешь мне потом, да. Конечно. Я на нем вот сейчас только проехался, сколько, 20 километров, и там чуть-чуть где-то еще катался, и все. Ругаться, конечно, будем. Трехэтажный... Да, ругайте, ругайте. Трехэтажный мат не будет, конечно, но ну, так, ругайте, да, что ласково делать. Будем. Наклейка лучше мне не понравилась, отклеилась, блин, так красиво смотрелась, блин, а взяла и отклеилась. Ладно, купишь ты себе. Никто ее не видит там. Так, и заднюю сторону посмотрим, и переднюю. И потом все вот эти жидкости из этих канистр придется заливать туда, в другие емкости, как говорится. Ну, надо этот, быстренько люфты попробовать, там пройдись, потому что работать все-таки эти все жидкости сливать. Нормальное время нужно. Честно, я удивлен, потому что люфты реально минимальные. Ну, вот здесь даже на челюсти люфт 1 мм. Но это все еще в допуске. С этим люфтом еще работать, еще можно еще и зарабатывать. Ну, конечно, смазка. Видно, что везде есть. Все смазывается. Ну, конечно, удивлен. Я думал, что люфты будут намного больше. Честно, вот сейчас... А вот, я надеялся, что будет нормально. Сейчас вот, что мы посмотрели люфты, они как бы все в рабочем состоянии со всеми, что касается люфтами, но еще нужно работать, ничего, даже нигде вообще, ни по этим бананам, трапециям, ни здесь, ни здесь, нигде. Ну а вот это, что здесь двигается вправо, лево, это ну, здесь регулировочная шайба, надо ставить. Да? Да, вот здесь есть место. Вот здесь надо ставить, чтобы она и смазка будет держаться там лучше и грязь не будет попадать и туда. Как их ставить, где их брать, эти шайбы? Ну покупать-то вот какой диаметр здесь, 40-й, наверное, 45-й, 40-й. У тебя нет таких? Не знаю, может и есть. И надо регулировать его, чтобы он вправо-влево не ходил. А так, конечно, из передней стрелы тебе, конечно... Ругать тебя будет, конечно, что ты нож и ковш износил. Вот уже все, вот уже все. Здесь, да, металл стерт, то даже варить новый ковш будет достаточно проблематично. Уже здесь надо усиление делать. Ну, ну давай вот такую штуку сделаем и все. 13,5 сантиметра должно, Вань. А у тебя сколько? 1 сантиметр? Откуда 13,5? Не могу понять. Вот так должно быть. А куда делся этот металл? На асфальте остался. На снегу, блин, да? Да. Ну, теперь, да. Вот. Я хотел вот сейчас уже снег закончился. Как я здесь? Хотел вот так купить вот этот. Я все не мог правильно выбрать. Мне для один там предлагали, второй. Сказали, что вообще GCB подходит у них, да? Правда, не правда? Ну, может подходит. Я не знаю, какая длина, ширина здесь. Ну, ковша. А так,
Хоть какой бы поставил. А так, конечно, уже нужно вот серьезно сварочной работы здесь уже привести, чтобы не сделать очередной колхоз, как делают в основном у нас все люди в стране. У нас сейчас этот арматуру приварит и иди работай. Слушай, ну вот так я хочу сделать, чтобы тоже вот так вот друг вытащил, поставил и все, и забыл, да? Потянешь по стоимости, сделаем. Ну ты же сделаешь только. Верхние вообще стояли полом, вот нижний, да, вот. Но он говорит, что он поскрипывает все равно, когда работаешь иногда. Слушай, для меня, честно тебе говорю, достаточно странно, но люфтов нету. А я же даже на гидромолоте почти не работал. Ну, работал, но не так много. На сколько мы часов отработал на гидромолоте? Я контролировал, думаешь? Ну так, 500 тысяч. Да из 3000. 500? Нет, что там? Я не знаю, честно. Ну, если посмотреть... У меня есть таблица работ. Я могу, конечно, открыть для интереса, посмотреть, когда он именно работал. Но когда он работал по 2-3 часа. И все. По часу, по 2. Там. Он плиты только бил, и все. Угу. Ну, слушай, что касается люфтов. Я здесь, думал, что это... Здесь, конечно, небольшие есть. Но... Они с чего связаны? Да, с ними еще нужно работать еще. Поработать, позаработать. А почему они здесь идут больше, чем там, допустим? Ну или не больше, а почему здесь, ну, может здесь с этой, не закрывали эту, что этот, как ее, замок? Все хорошо. Все нормально, да? Все хорошо. Вот минус, что мне не нравится в Caterpillar'е, вот это, у не у всех же так есть, да? У какого-то я видел, да, что какого-то вот так останавливается. Но не в Холланде? Не в Холланде, да? Да. А, вот, значит, я у него видел, да. Почему они не сделали, чтобы, зачем вот это? Понятно, что будет царапаться. Другая конструкция, другая, но чтобы не выпирало за вот триггер. Присобранная стрела и так далее. Можно здесь наварить какие-то это, да? И сделать такие резиночки, чтобы она... Не нужно наварить. Не надо, да? Нет. Но это уже не будет по-другому стоять, да? Вот резинку можно поставить. Вот так, да? Чик. Как-то ее сейчас загнуть. Нет, прям резинку сюда. Вот прям вот брать кусок резины и наклеить сюда. Прям наклеить. А-а-а. Резину. И все. Миллиметра 3-4, да? Потолще даже, сантиметр. Сантиметр, и да? Прям ковш не уберется и не будет, во-первых, шума. Будет всегда мягко сюда. Не будут царапины. Не будут болтаться ковши. А почему скрипит, когда работает иногда? Он, знаешь, так... Ну, бывает иногда, где-то смазка выдавится и там нужно смазать. Потому что иногда ну, даже смазываешь, даже собственный экскаватор, собственный оператор, ты сам работаешь, но он иногда скрипит, да? Может где-то подскрипеть, ну ты выйдешь, вроде смазал, но бывает все равно скрипит, а там смазал, ну, чтобы пробить там. Чтобы именно смазка попала в трущие детали там. Ну, иногда бывает это. От этого не уйти никак. Ну, очень много сочленений. В эскалатор погрузчике больше сочленений, чем в любой другой технике. Ни одна другая техника не может быть столько сочленений, как на эскалатор погрузчике. Ни один гусеничный, ни кран, ничего. Эскалатор погрузчик самый больше сочленений, соединения. Много деталей. Ну, я тебе говорю, вот оператор, который у меня последний раз работает, Костя, он, во-первых, оператор классный, вот сколько он, я знаю. Который там, сейчас работает. Да, он именно умеет работать хорошо прям, и он умеет работать и на таких, и на больших. На гусеничный, полноповоротный, вот. Потому что я даже знаю одного мужика, который у него очень много вот этой всей техники, у него он когда-то работал, но он, у него такая работа, он работает 3-1. Три работает дня, один день он работает в Мосводоканале. Его это не устраивало, но он говорит, как экскаваторчик, он вообще крутой, именно по работам этот, и в принципе смотрит за техникой, всегда шприцует, там, ну, там,
что делать. Не так-то, знаешь, там бывает. Ну, смазанный весь, вот можно, да, по моему халату даже, да, это видеть. Вот. А так у него, он сказал, что какая-то проблема, говорит, вот сейчас начал это, что когда работает он, скорость вылетает. Вот сейчас я ехал, ничего не было. Он говорит, именно при работе какая-то скорость вылетает. Выбивает, вылетает, что это может быть, я без понятия. Реверс, что ли? Не знаю, наверное. Так, сливаем масло с заднего моста. На пробке магнита нету, к сожалению. Посмотрим на пробку, который у нас уровень. Здесь магнита тоже нет. Такой цвет масла с переднего моста. Масло достаточно черное. Вот оно. Сейчас покажу его внутрь. Что, друзья, масло сливаем с бортовым таким образом. Снимаю рабочую обстановку. О, масла и оригинальные, и неоригинальные, фильтра оригинальные, неоригинальные. Стоит один аппарат, второй аппарат. Меняем. Будем менять сегодня все масла, жидкости. Вот, масло сливается, камера снимает, фонарик подсвечивает. В принципе, вот такая рабочая обстановка. Это у нас 32-й, 2021 года, уже с 3000 моточасов. Это тот экскаватор, который... мои подписчики увидели у меня на канале, когда я его забирал новый у дилера Цепелин в Москве. Вот уже так выглядит он через 3000 моточасов. Есть какие-то нюансы, которые по нему еще нужно делать. Но в общем, через 3000 моточасов экскаватор показал себя с хорошей стороны. Будем дорабатывать штоки гидроцилиндра челюсти. У нас, видите, постоянно вот сюда от колес песок, грязь вылетает на шток. И вы открываете, закрываете в работе. И этот весь песок, грязь трет уплотнение на гидроцилиндрах. И потом они начинают потекать. Будем устанавливать вот такие пыльники. Вот сюда установим эти пыльники. И будут у нас гидроцилиндры челюсти работать в чистоте. Почистили гидроцилиндры, установили пыльники на гидроцилиндры челюсти с двух сторон. Теперь они защищены, никакая грязь сюда не попадет. Сейчас откроем, закроем челюсть. Друзья, вот такой нож. Ширина его 12,5 сантиметров. Будем срезать, уже начали срезать оригинальный нож на катапеллере, который остался 3 сантиметра его ширина, а должно быть 12,5. Вот смотрите, какой большой износ. Даже здесь уже основание самого ковша изношено. Мы, конечно же, будем это пытаться выравнивать. Вот такой здесь большая вмятина. Так, с внутренней стороны мы все проварили. А вот смотрите, наружная. Какой удар был, как все здесь согнулось. Здесь более-менее ровно идет все. А вот там достаточно большой удар был. Ну, так, Игорь Игоревич, проварим, потом еще усилим. Усиление сделаем, будет работать. 432-й,
3000 часов перевариваем ковш. Время 10:30 уже. Мы еще варим нож. Время 10:30 уже. Заварили мы нож, заменили. То есть помню, такой кусочек был здесь на 3 сантиметра. Вот заменили нож. Игорь Ильич, вот такое вообще усиление сделали. Из старого ножа мы его здесь положили. То есть залили все, Игорь залил. Двухсторон все это дело залили. Теперь еще складок будет работать. Долго и счастливо зарабатывать деньги. Но не надо доводить, друзья, до того, чтобы износить сам ковш. Пожалуйста, не доводить, чтобы износилась ковш. Меняйте, обслуживайте технику вовремя. Когда вы опаздываете с обслуживанием, как правило, это всегда только дороже. Всегда только дороже. Поехал, друзья, Caterpillar 432 после полного замена всех жидкостей. Заменили нож отвала, поставили пыльники на гидроцилиндры челюсти. Триггер обслужили, смазали. Поехал в бой, как говорится, в путь.